рисовала и продумывала, как вот понимание уюта с ее точки зрения, то, возможно, это как бы и что-то продумано, люди, которые знают о мышлении людей, о психологии, о каких-то, возможно, заранее нас разбивании опять на какие-нибудь цифровые касты. Но люди, которые, мне кажется, все-таки морально лишены яиц, вот извините, несколько в иных плоскостях. Что он здесь обыгрывает? Он обыгрывает, делает квадратный хобот. Вот нога, про которую он говорил. Вроде дай-ка вот у этого в шляпе, которая справа снизу. Вы хотите повесить гантелью на пальце? Вы берете вот сюда пальцем, она повиснет так вниз. И вы будете пальцем держать. А хотите, чтобы гантель на пальце держалась? Вы не войди, убейся и уйди. Или ты ребенок, или не рисуй уже тогда. Потому что у художника должна быть способность к этому, пойми. А здесь сидит Дед Мороз, конечно же, и заказывает там снеговику, там что-то показывает, там, например, или говорит, посмотри, какой милый мальчик. А здесь сидит кто? Кто здесь будет сидеть? Вот он, Зелябр, иди сюда. Одной сосиской, но вот это уже наработанность, он делает это в одно движение, оно у него отработано, и он не задумывается. Вот он, смотрите сюда, он вот стоят. Они короткие, они, у них вот здесь вот суставы мощные, мощные лапки. Откуда? Насмотренность. Я этих смотрел так, собак, когда разглядываю, смотрю постоянно. А уши висячие. И вот вам такса. И она уже намного интереснее вот этой таксы. Вот непонятно, что вот это. А вот такса. И все говорят, ой, ну тут, конечно, да, прикольно. Так такую таксу можно и где-то и в интересное место запустить, там какие-то в открытки, шматкрытки. Понимаем, что это карикатурная нарисованная девушка Гротескова, но мы видим язык сексуальности, что она на самом деле упрощена, но она сексуальна. Почему? У нее, скажем, да, то когда вот есть вот этот вот треугольничек, вот по... и говорим, ой, ужас, мама родная, что происходит, но это по медицинским меркам и по девочковым, целлюлитная или предцеллюлитные ноги, они, мы считываем их как суперсекси. Это вообще такой певец, так сказать, задней части женского бампера. Молимся за этих женщин, чтобы они не выросли в целлюлит, который будет свисать ушами, но мы понимаем, о чем он говорит, что когда тело находится в таком состоянии, в таком... и все звучит честно, и получается, мы видим в композиции динамику и видим центр нашего этого самого, что нам нужно, что мы смотрим. Да,